И в продолжение спортивной темы. Всего несколько часов осталось, чтобы подать заявку на участие в социальном проекте «Путь к абсолютной победе». Его организовал Рой Джонс-младший, легенда мирового бокса. Спортсмены ищут в России, в том числе в Иркутской области, талантливых ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Боксер хочет подарить надежду одаренным мальчишкам, а может быть и девчонкам. Доказать, что даже из самых далеких уголков мира можно пробиться в большой спорт. Для участия юным бойцам необходимо продемонстрировать свои навыки, все это снять на камеру или сотовый телефон. Срок подачи заявок в Иркутске истекает 15 октября. А уже 27 числа в городе пройдет финальный отборочный этап, на котором будет присутствовать сам организатор проекта Рой Джонс-младший. Он встретится с самыми перспективными ребятами и проведет для них мастер-класс.